Факты Рамострыхая, о которых вы не знали. После выпуска самых первых экземпляров на кукол посыпалась критика. Все споры были из-за того, что одежда кукол была слишком короткая. Поэтому бренд решил добавить под юбки кукол трусишки, чтобы угодить поклонникам и критикам. Чтобы вы смогли понять всю сюжетную линию Рамострыхая, вам нужно изучить 4 основных части. Несколько книг, полнометражные мультфильмы и эпизоды, дневники кукол и также дополнительные части на Facebook. В мире Рамострыхая также существует дискриминация. Монстры разных видов оскорбляют друг друга и плохо относятся к людям, называя их нормалами. И именно школа Рамострыхая создана для объединения всех видов монстров и людей. В книгах история отличается от той, что мы видим в мультике, так как монстров в книге меньшинство, и они вынуждены прятаться от людей, чтобы существовать и выживать. Продукция Рамострыхая — это не только куклы, в нее также входят различные видеоигры, плюшевые игрушки-питомцы и сами героини, костюмы персонажей для косплея, куча товаров, косметики, электроники, канцелярии и многое другое.